Друзья, пляж резко опустел, можете, ведь люди побросали лежаки и поубегали с моря. Виной всему, причем, к сожалению, сильная жара, 37,2 на солнце у нас здесь показывает, температура моря 27,6, это самый большой замер, видите, что пляжики опустели. То есть люди не выдержали такой жары, температура песка на дюнах доходит до 53 градусов, то есть это просто адская жара. Море, кстати, очень чистое, водичка прям великолепная, приезжайте, купайтесь, отдыхайте. Большому сожалению, пришла жара, но сейчас обещают то, что будет ветер и будет вообще трэш на поверхности, вот здесь будет на пляже жара, давите, море будет очень прохладно, но пока оно теплое, приезжайте, быстрее отдыхайте и наслаждайтесь. Это Анапа, Витязева, Джимате, пляжи. Всем всего хорошего.